Система – душа всякого бизнеса. Я делец, приверженец системы. Зная, система – это главное. Презрение глупцами, чудакам, ровным счетом ничего в системе не смыслящих. Их необычные поступки – парадокс. Я ненавижу гениев, они просто ослы. Чем больше гений, тем больше осел. У меня страсть к системе упорядоченности, благодаря которой я стал выдающимся дельцом. Я не гений, я просто делец, я бизнесмен. Я вообще так аккуратен и пунктуален, что никакому часовому механизму со мной не справиться. Аккуратность и методичность неизменно отличали мою работу, ровно как и мою отчетность. Не деньги, а система делает человека. Но были дерьмовые ситуации. Пришлось заняться профессией рукоприкладства, чтобы заработать хлеб насущный. Это не вполне соответствовало моей нежной конституции. Теперь я самостоятельный человек, торгую себе на берегу Тольятти.